Всем привет! Ну вот, прошло уже примерно, наверное, недельки две с того момента, как я установил себе новую дополнительную лампу в аквариум. И, в принципе, уже можно сказать о каком-то результате. Разница на самом деле существенная. Как у меня раньше росли растения, я примерно видел по скорости, и как сейчас они с новой лампой разрастаются. Они, в принципе, и раньше у меня травка росла неплохо, но с фитолампой ее рост ускорился, наверное, раза в полтора. Вот. Поначалу изменений практически не было заметно, там первые несколько дней, первую неделю даже, я бы сказал. А потом прям растения пошли в рост очень интенсивно. Справа у меня там валиснерия хорошо прижилась, как раз я ее тоже в то время купил. Уже разрастается довольно интенсивно. Людвигия Red по центру начала вытягиваться быстрее, листья стали у нее как-то так маленечко пошире, мне кажется. Вот. Криптокоринки начали расти быстрее, ну и в целом вся остальная травка. Особенно, кто интенсивно начал разрастаться, это пистия наверху. Видите, сколько корней там, прям заросли. Это как раз я аквариум специально не трогал вот эти две недели, там буквально один раз водичку подменил, фильтр чуть-чуть почистил и все. Вот. Я еще внес одно изменение за это время. Там плохо видно за травой, но справа, вот где фильтр там стоит, я сделал на него такую насадку на носик, чтобы убрать течение. Все-таки течение в аквариуме, оно не совсем в плюс. Рыбам тяжело плавать, они больше тратят энергии, растения больше тратят энергии, как-то у них листья становятся тоньше и так далее. Ну и в общем, в аквариуме вот это постоянное движение, оно не очень, мне кажется, хорошее. Все-таки хочется более спокойной жизни. И я сделал такую насадочку на носик фильтра, чтобы компенсировать течение, чтобы струя рассеивалась, и воздух также, кстати, подается снаружи, пузырьки через эту трубку проходят. Там такая как бы трубка с сеточкой, я потом более подробно о ней расскажу, вот, отдельное видео сниму, и в большом, и в маленьком аквариуме я это все сделал. И течение замедлилось, рыбки чувствуют себя лучше, ну и травка растет тоже отлично. Вот. Так что насчет фитолампы, зря я ее раньше не ставил, надо было уже давно ее купить. Ничего плохого в ней нет, это однозначно. Да, немножко розовый такой цвет водички появился, чуть-чуть непривычный, ну это так, не сильно страшно. Зато растения растут отлично. Ну и в общем, кстати, добавило довольно прилично освещение в аквариуме. Вот. Не обязательно, в принципе, покупать специализированные лампы аквариумные, дорогущие. Можно поставить просто один светильник, холодный белый свет и обычную флору. Вот эту вот лампу для растений. Этого вполне достаточно. Вот так вот. Ну, собственно, особых изменений нет за это время, кроме того, что растения сейчас начали расти интенсивно. Сейчас я на днях его почищу аквариум, прорежу травку, лишнее уберу и заодно сниму обзорчик на ту вот штуку, которую я сделал на фильтр. Там идея довольно простая на самом деле, может кому-то пригодится. Так что в следующем видео обязательно об этом, обо всем расскажу. А так в целом вот так сейчас у меня выглядит аквариум. По сути, с момента переноса прошло уже, наверное, месяца три, как он у меня переехал на новое место, и сейчас уже нормально растения все прижились после переезда, я многие растения поменял, ну и вот так вот сейчас он у меня выглядит. Слева и в центре более свободен, справа заросли. Травка разрастается довольно красиво, ну мне нравится, по крайней мере. И красные вот эти растения, они дают такую интересную изюминку в аквариуме. Так что вот, такие новости за последнее время. Ну что, всем пока, до новых встреч, подписывайтесь на канал. Всем пока.